Нет, Джейн, повар. Моя главная профессия. Повар! Здравствуйте, это передача «Четкий повар» на канале «Перец». Какой к черту перец? И сегодня мы будем готовить несколько простых, но очень вкусных блюд, которые станут украшением любого праздничного стола и помогут порадовать вам ваших вторых половинок на День всех влюбленных. Сейчас мы будем готовить пиццу, салат и бутерброды. Для приготовления этих блюд нам потребуются следующие продукты. Помидоры, майонез, перец, сметана, креветки, хлеб, сосиски, сыр, рыба, приправы, лаваш, хлеб, яйца, лук и чеснок. Вы думаете, я буду готовить в халате? А вот и нет! Итак, приступаем к приготовлению бутербродов. Нарезаем рыбку потоньше. Выкладываем рыбу на хлеб. Сыр нарезать не надо, я маг. В итоге у нас получаются вот такие бутерброды. Выкладываем их на противень. И ставим их в духовку на 20 минут. Похоже на детский понос. Вы самый. Я рот порезал. Спустя 20 минут наши бутерброды готовы. Первым делом для приготовления салата мы варим яйца. Ставим вариться наши креветки. Чтобы не натирать наш хлеб чесноком, мы его просто посыпем измельченным. Яйца, наверное, уже сварились. Нарезаем хлеб кубиками. Ставим в духовку наши сухарики. Мы сварили наши креветки, наши сухарики готовы, вытаскиваем. Обгорели. Нарезаем яички. Добавляем в наш салат чеснок. Нарезаем наши помидорчики на 4 части. Добавляем в наш салат помидоры и натираем сыр. Добавим в наш салат немного креветок. Перец резать тоже не придется. Добавляем перчик, сухарики и заправляем все это сметаной. Что-то здесь темно, ты не находишь? В смысле, что я не нахожу? Свет. А, да, темно. О, я же маг. Теперь мы будем готовить пиццу. Поосторожнее, слышь. Это самое сложное. Нижнюю часть смазываем кетчупом и майонезом. Затем нарезаем сосисочки. Это для любимой. Добавим немного перчика. Для пикантности! Нарезаем лук полукольцами. Достаточно и половинки. Лук мы тоже добавляем. Для пикантности! Теперь натрем немного сыра. Накрываем все это верхней частью и ставим в духовку на 20 минут. Ну что ж, наша вкусняшка почти готова. С вами была передача «Четкий повар». До новых встреч. А вас, дорогие друзья, с днем всех влюбленных. О, свет выключился. Чертов маг. Теперь понимаю, почему Денис ничем не болеет. Потому что он ест здоровую пищу. Денис, ты срыгнул.